Добрый день! С вами педагог танцевального коллектива «Ритмы танца» школы 1420 Субботин Сергей Алексеевич. Перед началом занятия обратите внимание на технику безопасности, наденьте удобную одежду, и мы можем начинать. Сегодня мы продолжаем разбирать разнообразные народные присядки. Разножка. Но не путайте с прыжком разножки. Как же делается эта присядка? Ну, для начала нужно вспомнить всем известный мячик. После этого упражнение на равновесие. Только теперь мы будем отрывать обе ноги одновременно. Итак, мы садимся в позицию и делаем мячик и одновременно разводим. При исполнении этой присядки нужно обязательно соблюдать позицию. Первая позиция — нога, широко раскрытые колени и соединенные пятки. Ни в коем случае нельзя делать по второй позиции. Многие, изучая эту присядку, делают очень большую ошибку. То есть они сначала встают, а потом разводят ноги. Это неправильно. Ну а кто-то, как обычно, не держит ни пресс, ни спину. И во время исполнения присядок их болтает в разные стороны. Есть такие ребята, которые слушают замечания, много работают, репетируют дома, и многие движения им даются легко. Но есть и такие, которые думают, что у них все и так получится. На самом деле это не так. Над каждым движением нужно работать очень много. Ну а если делать все правильно, держать спину, соблюдать позиции в ногах, напрягать пресс, то приблизительно так. Ну а на сегодня все. Хороших занятий и удачного дня!